работа в условиях пандемии коронавируса, когда наши граждане, волокжане, максимально находятся дома. Наши дети получают дистанционное образование. И эта новая практика выявила то, что технических средств, которые позволяли бы эффективно проводить дистанционное обучение, недостаточно. В связи с этим на этой неделе Генеральным советом партии и Министерством просвещения Российской Федерации было принято решение о том, чтобы начать сбор технических средств для дистанционного обучения наших детей. Дистанционного обучения сразу всех школ на территории области, города, конечно, ни у кого не было. Кому-то не нравится одна программа, кому-то не нравится другая программа, но многие директора, учителя, они начинают сейчас подстраиваться, они выпускают свои видеоуроки, отдельные занятия и так далее. Мы выявили, что в нашем городе это 313 детей и 288 семей, которые не могут получить образование дистанционно. Это огромная цифра для нашего города. В масштабах всей нашей области эта цифра еще больше. Эти дети вынуждены, родители, вернее, этих детей вынуждены ходить за домашним заданием, вынуждены сами заниматься с детьми.